Нова пандемія у десятки разів небезпечніша за ковід може розпочатися вже за кілька років. Такі заголовки ширяться світовими медіа. Про так звану хворобу X очільники ВООЗ навіть говоритимуть на щорічному всесвітньому економічному форумі, який розпочався у швейцарському Давосі. Захворювання, яке охопить планету, може стати геморагічна лихоманка Крим-Конго, чи, до прикладу, вірус Еболи або ж Марбург. Таких інфекцій щонайменше 10. Усі вони потребують дослідження, щоб у разі, коли одна з них вийде з-під контролю, медики у всьому світі були готовими. Чи можливо і як треба готуватися до епідемії хвороби X? Поговоримо далі. Борис Бриль, лікар-реаніматолог з Ізраїлю, долучається до нашого ефіру. Пане Борисе, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед, будь ласка, якщо можна, розкажіть, що ж таке ця от загадкова хвороба X? Такої сказати хвороби нету. X – це як уравнення, тому що мир должен готовиться к пандемии, потому что пандемии всегда были, они всегда будут. Любые заболевания, включая там обычный грипп, может мутировать что-то страшное. Поэтому задача наша, как врачей, и то, что было всегда, это быть готовыми к таким ситуациям. То есть то, что санэпидемстанции делали. И как бы в принципе при коронавирусе государство довольно хорошо справились с данной задачей, и пандемия прекратилась довольно быстро и малой ценой жизни людей. Поэтому нельзя говорить, что уже есть новая хвороба, так сказать, да, и мы должны как-то ликовать ее, а это именно как уравнение и готовиться к ней, как, знаете, готовиться к войне не во время войны, а до войны, чтобы было как можно меньше пострадавших. Угу. Ну, приклад війни якраз дуже зрозумілий зараз українцям. Тобто це як сценарій навчань. Імовірний противник, так? Так, так. Угу. Ну, але тим не менше лікарі світу описують певні параметри. Так? Ну, от вони кажуть, там, ми передбачаємо, що ця хвороба може бути такою-такою. І одне з очікувань – це те, що хвороба X потенційно може бути у 20 разів більш смертоносна за COVID-19. Питання у мене наступне. От після пандемії ковіду, яку ми всі пережили, чи повинна наступна пандемія дорівнювати або навіть перевищувати за смертністю ковід, щоб уряди та міжнародні організації, ну, якби почали діяти, так? Пандемії, може, і зміцнюють колективний імунітет, але чи вони не притуплюють вони нашу увагу, відчуття небезпеки? Тут основной момент может быть, поэтому мы как бы готовимся к может быть. Вообще миру повезло, что эта пандемия была коронавируса. Довольно простой вирус, довольно просто было сделать вакцинацию, которая предотвратила большое количество смертей. Если мы учитываем, что как Эбола или что-то бы распространилось, или какое-либо другое, там, где у нас нету, в принципе, скажем, как возможности создать вакцинацию очень быстро, потому что сам вирус очень с большой мутацией или совсем другое состояние, то это будет в 20, в 30 и в 40 раз больше смертей. И это предполагаем. И тут мы делаем симуляции разных вариаций. Такие, чтобы, как я сказал, то есть надо быть готовым к сухопутной войне, к войне на воде, к войне в воздухе. То есть все приготовить с таким противником и с таким противником, как сказали мы, чтобы быть... Було як можна менше пострадавших. Ну, але з вірусами трохи, я би сказав, складніше, адже його не видно просто, так? Не так, як противника. Отам стоять війська противника, ну і так далі. Розвідка працює. Що з вірусом? Чи готові ми? Чи готове людство? Чи готові медичні системи? Як в Ізраїлі взагалі іде підготовка? Чи вона йде зараз? В Ізраїлі своя війна зараз. Вирусом всегда идет подготовка к вирусам, пока их нету, естественно. И системы работают, у нас идут постоянные учения, постоянное повышение квалификации в данной ситуации. Это как бы до того, как разведка знает, да, то есть, скажите мне, там, 25 лет назад знали бы вы, с кем вы сейчас воюете? Нет, конечно, то есть в голову бы нормальному человеку не пришло, но готовиться все равно надо. Вот, тут же то же самое. И поэтому мы разрабатываем кучу вариантов для того, чтобы быть готовым как к любому. Опять же, знаете, не мы здесь, властители на этой планете, вирусы могут нас обогнать, обойти, и бактерии точно так же.
Поэтому готовимся ко всему, что возможно, так сказать, молимся, чтобы этого не произошло, и с холодной головой приступаем к действиям, если вдруг это происходит. Абсолютно точно. А що стосується вакцини? Чи готуються вірусологи, в сенсі, чи ведуться дослідження? А взагалі, які зараз от тренди в цьому напрямку? Тобто, які вакцини, якої, як би це сформулювати, якої технології вакцини зараз найбільш обіцяючі? Смотрите, конечно, исследования идут всегда, и они были всегда. И что дало громадный толчок в исследованиях по вакцинации, это, конечно, коронавирус. Новое такое слово вакцинации, это коронавирус дал и дал толчок. Есть большой опыт на сегодняшний день, накопили. Не только исследовательский, это также практический. И я думаю, что будущее это именно вот за этими мРНК-вакцинами. То есть делать транспорт, чтобы какой-то части вируса, и чтобы вырабатывалось, иммунитет сам вырабатывал уже к этому непатогену какие-то антитела. Я пытаюсь сказать для людей, чтобы было понятно, извините. Вот, поэтому, да, есть тренд, и синтетические вакцины, и так далее. То есть это новые веяния, новая наука, которая показала себя очень хорошо и дала громадный толчок. Ну вот к этому готовится. Исследования, конечно, есть в каждом институте, в каждом месте, и они никогда не прекращаются. Просто благодаря журналистам мы сейчас о них знаем, и люди знают гораздо больше, чем знали там 50 лет назад. В то же время они не все умеют правильно пользоваться информацией и придумывают, что это все там от дьявола или от лукавого, но в общем. Так, дійсно, є й така думка, так, абсолютно. Пане Борисе, я вам дуже дякую за ваш час, за ваш коментар. Я нагадаю, що це Борис Бриль, лікар-реаніматолог з Ізраїлю, був у нас на зв'язку. Гарного вам дня, ну і перемоги. Так само, як і Україні, Ізраїлю бажаю перемоги. Дякую. Тодараба. На все добре.